старейшему литературному журналу Центральной Азии «Звезда Востока» исполнилось 90 лет. Знаковую юбилейную дату торжественно отметили в стенах Союза писателей Узбекистана, где сейчас коллектив издания обитает и продолжает работать. Понятное дело, что такой долгий путь предполагает и взлеты, и падения. И он дал дорогу очень многим людям, он определял их труды в редакции. «Звезда Востока» – это та альма-матер. Первая публикация моя была именно в журнале «Звезда Востока». Журнал – это связь времен. В большом конференц-зале собрались представители литературной элиты страны, поэты, прозаики, критики, члены редколлегий обоих журналов, выходящих как на узбекском, так и на русском языках. В Узбекистане «Звезда Востока» – один из немногих литературных журналов, публикующий рассказы, повести, очерки, публицистику, русскоговорящих писателей и поэтов. Журналу сложно с финансированием, сложно и с переводами произведений с узбекского на русский и с русского на узбекский. Но, несмотря на трудности, журнал продолжает свою деятельность и идет в ногу со временем. Как известно, в 2009 году произошла реорганизация издания. Была образована новая объединенная и единая для двух журналов редакция «Звезда Востока» «Шарк Юлдузы». Так «Звезда Востока» стала частью единого двуязычного проекта с выходящим на узбекском языке журналом «Шарк Юлдузы». Издание приобрело новое лицо. Но, несмотря на объединение в общую редакцию, они продолжают издаваться отдельными тиражами, каждый со своими материалами и авторами. На сегодняшний день годовой тираж журнала составляет около 1000 экземпляров. 90 лет – это большой срок. И вы знаете, вместе совместный юбилей и еще одного журнала, который издается на узбекском языке, называется «Шарк Юлдузы». Это как два брата-близнеца. Дело в том, что «Звезде Востока» и «Шарк Юлдузы» присуща дружба народов изначальная. И поэтому вот это перетекание русской и узбекской литературы, все это выражено в самой работе, в самой деятельности, которая уже прошло столько много времени. За долгие годы существования журнал «Звезда Востока» пережил периоды расцвета, литературного признания, огромной популярности и времена спада, которые были обусловлены тяжелой экономической ситуацией на рубеже 20-21 веков, рыночными отношениями, которые диктовали свои условия существования средств массовой информации, а особенно изданиям некоммерческим. И всегда этот журнал, превозмогая определенные трудности, он всегда нес то настоящее, то передовое, то обогащающее души, которое, в общем, необходимо для формирования человеческой личности. Если вспомнить, сколько знаменательных авторов было, сколько было замечательных редакторов, и каждый раз, каждый период журнал менял свое лицо, но он оставался единым, очень активной пропаганде культуры и несению вот этого главного необходимого человека. Состав редколлегии и общественного совета журнала, формат издания, его содержание неоднократно менялись, но неизменно сохранялась верность главному принципу – отражать не только литературный процесс в Узбекистане, но и состояние его культуры в целом, что наглядно демонстрирует список рубрик журнала «Проза», «Поэзия», «Философия», «Искусство», «Караван истории», «Наследие Востока», «Литературоведение», «Литературная критика», переводы, новые имена, возвращение к читателю. Заслугой журнала является постоянная рубрика «Новые имена», в которой мы открываем иногда молодых, иногда не очень молодых, но только входящих в большую литературу людей. И среди таких людей я могу назвать Артема Горохова, Марата Байзакова, Алексея Гвардина. Всякий человек, который считает себя автором, имеет право прийти в редакцию, предложить свой материал. Понятное дело, этот материал будет проанализирован, прочитан. И в случае, если он достоин публикации, то даже без особого обращения к автору будет опубликован.
Обращаясь к собравшимся в поздравительной речи, председатель Союза писателей Сирожиддин Саидов рассказал о внимании руководства Узбекистана к литературе и литераторам, о реализации задач, поставленных перед мастерами слова. Выступавшие как с трибуны, так и в интервью вспоминали об историческом пути, который прошла «Звезда Востока». Начав свой путь осенью 1932 года под названием «Советская литература народов Средней Азии», издание несколько раз меняло свое название, и только с мая 1946 года журнал стал выходить под названием «Звезда Востока». Это единственный толстый литературно-художественный журнал в Узбекистане, издающийся на русском языке. С 2016 года регулярно выходит 6 номеров в год. Литература, история, философия, критика, публицистика – вот неполный перечень областей освещения в журнале, который удовлетворит интерес самого взыскательного читателя. Однако «Звезда Востока» может быть интересна не только обычному читателю, но и интеллектуалу, ученому-гуманитарию, поскольку включен журнал в реестр Высшей аттестационной комиссии. «Звезда Востока» – это та альма-матер, которая дала мне как бы напутствие, направление вот это вот в жизни. Я очень люблю этот журнал. До сих пор ему верна. Сейчас там публикуется мой роман «Когда приснится снова дед», отрывки из романа. Хотелось бы, чтобы этот замечательный журнал, который знали раньше во всех уголках нашей страны и за рубежом, хотелось бы, чтобы он набрал новую силу, я имею в виду в тиражном соотношении, чтобы мы догнали тот тираж, который был у этого журнала. Редакция журнала делает все возможное для развития редакции. Приглашает к сотрудничеству интересных отечественных и зарубежных авторов. Посещает сайты свободной публикации, литературные сайты, культурные мероприятия республики. Поддерживает живую связь с читателями в школах и вузах. Выявляет новых, молодых и перспективных авторов, предоставляя им площадку для публикации. Сегодня «Звезда Востока» является единственным в Центральной Азии толстым 150-страничным литературно-художественным журналом, в котором достаточно широко представлен русскоязычный литературный процесс в Узбекистане. Для многих читателей они открывают это просто текст, а для меня встают живые люди, люди, с которыми, у которых я учился, которые рядом со мной работали. И я думаю, что вот этот журнал – это действительно прибежище любви. Потому что здесь нашли люди самых разных направлений, самых разных принципов, нашли себе место, где они могут высказаться. Здесь можно выражать буквально все, потому что этот журнал действительно учит нас теплу, добру, и в нем есть одно качество. Сюда приходит молодой автор, приходит, и он уверен, что его встретят открытые двери, что ему улыбнутся, что его не прогонят, не скажут, что ты там нам принес, что и так далее. И вот я очень благодарен коллективу редакции, что он из года в год взращивает вот эти ростки, ищет. Журнал – это связь времен, что бы мы там ни говорили. Он связывает прошлое с настоящим и заглядывает в будущее, потому что я абсолютно уверен, что его будут читать, что его будут искать, что будут наслаждаться. И от меня, как автора, низкий-низкий поклон всем тем людям, которые и делают сейчас, и которые делали этот журнал раньше. В своем выступлении главный редактор объединенных журналов «Шарк Йылдызы» и «Звезда Востока» Сирожиддин Раупов отметил, что литературно-художественный журнал в целом должен отвечать на многие вопросы современности, поисках новых путей, постижения бытийного смысла, и что в этом концептуальном направлении оба журнала давно переросли рамки собственной среды и стали уникальными изданиями, представляющими литературно-художественную жизнь не только Центральной Азии и Востока, но и мира. Кстати, именно в «Звезде Востока» печатался роман Константина Симонова «Живые и мертвые». На страницах журнала публиковались произведения Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгении Евтушенко, Михаила Булгакова, Осипа Мандельштама, Исаака Бабеля, Сергея Бородина, Явдата Ильясова и Александра Файнберга. Но я публикуюсь с 1974 года, а в 1979 году первая публикация моя была именно в журнале «Звезда Востока». Первый в моей жизни толстый журнал. Конечно, потом будут и «Дружба народов», и журнал «Юность», и другие. И все-таки это родной журнал. И поэтому я хочу поздравить
и работников журнала, и всех людей, причастных к этому, и авторов, которые публикуются в этом журнале, и читатели, главное читатели, потому что все журналы издаются именно для читателей. Поэтому я поздравляю всех с праздником, с юбилеем. На юбилейном торжестве говорили о перспективах развития гуманитарного сотрудничества, о сохранении национального интеллектуального наследия народов. С каждым годом возрастает интерес к современной русской, узбекской, а также мировой литературе, публикуемой на страницах журнала. Нельзя забывать и о том, что многие его предшественники в свое время – Александр Удалов, Михаил Швердин, Вячеслав Костыря, Николай Красильников, Сабит Мадалиев, Сухроб Мухамедов, Алексей Устименко, Улугбек Хамдам – определяли целые историко-литературные эпохи существования журнала и оставили яркий след в этом направлении. Стоит отметить, что в 1992 году издание было выдвинуто на Букеровскую премию, что свидетельствует о признании его литературного авторитета на мировом уровне. На мероприятии заместитель главного редактора литературного журнала «Звезда Востока» Клавдия Панченко рассказала о пути, пройденном журналом, о вышедшем накануне юбилейном номере, в котором материалы, ну просто один другого лучше. В нем представлены Дина Рубина, Бах Ахмедов, Пахлавон Махмуд, Николай Ильин, Борис Голландер, Лейла Шахназарова и Юрий Подпоренко, а также другие известные литераторы. Понятное дело, что такой долгий путь предполагает и взлеты, и падения. Всем ясно, что периодические издания – это лицо эпохи. К сожалению, сейчас не самое лучшее время для бумажных изданий. Интернет, с одной стороны, наступает, а с другой стороны, отступает автор, отступает главный редактор, отступает вообще грамотный человек, потому что все привыкли и сами привыкли, и детей своих приучают читать тексты, где мало букв, ну, понятное дело, и мало мыслей. И поэтому, когда встречается человек чувствующий, мыслящий и умеющий выразить все то, что он чувствует и думает, это большая находка для журнала. Таких авторов у нас, слава богу, достаточно. И поэтов, и прозаиков. Литература, история, философия, критика, публицистика, архивы – ее неизменные рубрики наполняются новым содержанием, отвечающим взыскательным требованиям интеллектуальной читательской аудитории. На страницах журнала ведутся дискуссии с участием известных литературоведов, писателей, поэтов Узбекистана об основных тенденциях развития литературы конца 20-го, начала 21 века, о структурно-художественной трансформации жанров, о героях современной литературы. Редакции проводятся конкурсы на лучшую рецензию, литературно-критическую статью и поэтическую подборку. Мы еще раз поздравляем редакционный состав и желаем журналу «Звезда Востока» оставаться маяком современной жизни, нужным и понятным многим поколениям, продолжать развивать лучшие традиции словесности, популяризировать творчество писателей Узбекистана и знакомить читателя с новыми произведениями, укреплять дружбу братских народов, содействовать расширению культурных и гуманитарных отношений как внутри региона, так и между странами, и быть одним из самых интересных и познавательных в современном медиапространстве.
современная малая проза. Обе книги созданы по материалам журнала «Звезда Востока» последних 10 лет. К сожалению, каждый из присутствующих мне бы очень хотелось, но я не могу вручить эти подарки. Я просто ставлю вас в известность, что это книги результат нашего с вами, наших с вами добрых отношений. За активную поддержку журнала, за участие. Журнал приготовил вот такую благодарность Ершову Анатолию Андреевичу, старейшему работнику журнала «Звезда Востока», который заведовал отделом критики и публицистики. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Ему самому 90 с лишним лет. К сожалению, по погодным условиям прилететь не смог. Но мы передаем нашу благодарность через ее супругу, его супругу. Спасибо большое. Наш привет и добрые пожелания доброго здоровья. Но тем не менее, не пройдет на мой
говоря, но хорошо.